Всем привет, друзья! Сегодня мы проведем обзор на казачьи пластуны. Вот такие вот у нас модельки есть. Если кто не знает, то пластуны, откуда они взялись? То есть раньше казакам за 7 успешных их побед давали вот награды такие вот ножи. Они напоминают чем-то шашки, ну, можете заметить, похоже. То есть и делали их как раз из того же материала, что и шашки, только они чуть меньше. Сейчас мы проверим, как они заточены и как они держат рельс. Давайте вот первую шашечку посмотрим. Режет отлично. Так, теперь проверим, сможет ли она после того, как мы поработаем, например, вот это у нас рук лося, поскребем, постучим, сможет ли она резать бумагу. Пластун, точнее он. Поехали. В руке очень мощно чувствую, что можно разрубить просто эту кость. Постучим большей поверхностью, чтобы вся поверхность прошла. Именно вот этим местом смотрим, никаких зазубрин не осталось, сталь повела себя хорошо, и проверяем на бумажке. Вот, запомнили вот это место. Сейчас мы будем когда им проводить. Так, еще раз. Ветер нам немного мешает. Прошла отлично.